Маркус и Софи помогают медовик маме делать на праздник. Вкусный будет? Торт? Торт. Прямо сейчас? Да. Он будет зайчиком. Хорошенько размешивай. Где? София. На, покушай. Нет, такое еще нельзя кушать. Надо это все перемешать, скатать в шарики и жарить. Хорошенько перемешиваем. И на всякий случай подержу, ладно? А то, чтобы наша тарелка не упала на пол. Аккуратно, София, перемешивает. Умничка, хозяюшка, мамина помощница. Какая-то красивая девчонка. Красивая девчонка, да. И хорошая. Сладко? Что скажете? Кусок. Может, не надо уже торт печь? Так покушайте, хватит. Все, ничего страшного. Поели? Нет. Все, хватит, мама сейчас тесто сделает. Делаем колобки. Так, что дальше будем делать? Так, мы отправили тесто немножко в холодильник. Сейчас он немножко там постоит и будем раскатывать коржи. Давай, помогай маме. Да, чуть-чуть дырочки делать. Тык-тык. Еще по всему тесту делай. Молодец. Ну как там? Хорошо все? Так, пробуем коржики. Ну как? Вкусно? Так, следующий готов. Коржи готовы. Сейчас будем делать крем. Крем у нас будет сгущенка и масло. Торт наш медовик готов. Вот такой вот получился. Помощники мои пошли спать. Кто отмечает католическое Рождество с 24 декабря на 25. Всех поздравляю с наступающим Новым годом.